Здравствуйте, я Михайлова Екатерина Николаевна. Тема моего открытого урока – определение динамики состояния физического развития студента на данный момент на начало учебного года. Итак, сегодня мы с вами сдаем 5 контрольных нормативов. Это челночный бег, длина с места, тройной прыжок, толкание мяча от груди и скакалка вращения вперед. Челночный бег – это скоростная выносливость. Длина с места – тройной прыжок. Это силовая выносливость и укрепление мышц ваших ног. Толкание мяча от груди – это координация движения и резкость выполнения руками. И скакалка вращения вперед – это тоже скоростная выносливость. Группа направо. Налево. Оп. Теперь внимание. Плечи расправили. Подбородки подняли. Пятки вместе на сгибусь. Руки вдоль туловища. На красную линию вышел. Группа. Налево. Налево. Thank you.
Итак, первый. Вот так. Следующий.
удалось. Итак, сейчас у нас с вами основная часть. Мы начинаем с вас, как бы нормотив. И начнем на первый контрольный норматив с прыжки минус. Мы с вами делимся на две подгруппы. Одна подгруппа у нас работает с Владимиром Ивановичем, другая подгруппа работает с вами. Итак. Следующий контрольный норматив. Это у нас с вами метание мяча от груди. Напоминаю, вы выполняете по парам. Первая пара встает, вторая пара на прием. Следующая пара готовится. Вы встаете перед красной линией. У вас одна нога впереди, другая сзади. Мяч перед грудью. И ваша задача как можно дальше вытолкнуть мяч вперед. То же самое у вас. Лучший результат вы записываете. Итак, пожалуйста, первая пара встает, вторая пара прием. Толкание мяча,
Yeah.
Сотиков 7.20. Сотиков я тебя знаю. 6, 10, 6, 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
и 70.